Привет! Линейка Wound от слова «вау». Разберем одну из новинок. Разогревающая маска Wound «Эффективное очищение». Потрясающая маска, попробовала сначала ее в пробнике и не поняла, что за эффект какой-то получился. В пробнике было мало, растянула. Первое, вы чувствуете сразу активное, как начинает она разогреваться, вот такой вот эффект. Это эффект как распаривание, как будто вы сходили в баню. Да? Маска работает как максимальное очищение. Вот, оставляете ее на 10-20 минут. Вот я оставляла где-то 15-20, пока пила чашечку кофе, завтракала. И потом я посмотрела в окно при дневном освещении. Я смотрю, а что-то с моими порами произошло, что-то не то. Знаете, эффект блюра, эффект вот что-то какого-то вот фотошопленного сглаживания. Мои поры разгладились. То есть я вижу, вот это вот более ровной стала кожа. Даже я получила больше не как эффект очищения, как вот эффект вот какого-то глянца. Я не знаю, я хочу раскрывать эту маску, мне очень нравится. Также эту маску я использовала сегодня, да, когда нанесла и подумала, а не показалось ли мне? Нет, не показалось. Попробуйте посмотреть, как работает эта маска. Для меня она находка. Я удивилась эффекту этой маски. Мне она понравилась. И кроме того, она работает еще как успокаивающий эффект, противовоспалительный эффект. Активный компонент – это полифенолы зеленого чая. В зеленом чае содержится активная молекула EGCG и пикотехин галат. Это супер полезный полифенол, известный своими противовоспалительными, очищающими, успокаивающими кожу свойствами. Очень хорошо, приятно будет уделить себе время, расслабиться, нанести ее, закрыть глаза и вот почувствовать, как ваша кожа нагревается, как вот эффект, да, эффект спа, эффект наслаждения, да. Маска понравилась, я рекомендую. Пробовали эту масочку? Пожалуйста, напишите в комментариях. Пробовали этот продукт? Обязательно пишите в комментариях. Также там будут ссылки на разбор всех продуктов линейки Wound и целиком полного обзора. До следующих встреч. Пока-пока!